Ладно. Буквально неделю назад стала известна примерная дата выхода второго сезона первобытного, или же Primal. Это лето, без четкой даты. Верить этой информации можно, учитывая, что я публиковал сам Геннадий Тартаковский. Конечно, насколько будут точны эти планы в будущем, мы не знаем. Возможно, в конце весны нам стоит ждать каких-то промоушен-материалов. Хотя они и до этого были, но они, скажем так, были малоинформативны. За исключением одного, где показывается некая горечь копья. Судя по всему, это даже не знаю, как назвать апатия по тому, что произошло в конце 10-го эпизода. Если вы не смотрели, так так скажу. Возможно, такое состояние продлится два первых эпизода, а дальше пойдут решительные действия по нахождению. Конечно, интересный вопрос. Станет ли эпизодов больше, нежели в первом сезоне, и покажет ли нам их нормально, а не разрывая один сезон на несколько лет по 5 серий? Конечно, более хороший вариант вместо увеличения серии было бы увеличение бюджета, чтобы некоторые косяки, как в второй половине сезона, не выскакивали. Ну, а на этом пока что все. Бывайте, не забывайте.